Так, всем доброе времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости канала. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Сейчас вместе с ней откроем, посмотрим. Заказы попросили мне заказать, товарищи. То есть посылка для родителей. На данный товар будет ссылочка в описании. Заходим, можем заказывать. Так, откроем, посмотрим. Коробочки перед этим заказом будут из коробочек. Это сейчас пришло такие коробочки. Фирма SZ-Costol. Такие вот две коробочки. Сейчас откроем одну. Это нам маленькая, как для такого вот. Она здесь пришла. Да, пришли у нас здесь бутылки. Наушники для родителей. Откроем, посмотрим комплектацию. Стандартная, походу, но я заказывал в коробочке, походу, коробочка пришла в подарочек. Так, здесь у нас мануальчик, здесь у нас сам Bluetooth наушничек такой здоровый, то есть запасной у нас наушничек, USB кабель под микро USB. Так, и также в комплекте такая вот запасная подушечка у себя. Так, сейчас проверим сразу же. Это мы положим сюда в коробочку. Сейчас сразу же открою вторую коробочку. Посмотрим, где то же самое, чтобы не запомнить данное видео. Уже у меня такие были наушники. Видели на работе, очень понравилось. Попросили заказать еще. Тоже стоит та же самая комплектация. Такой вот коротенький USB-шнур для зарядки. Дополнительное для уха. Если вдруг то сломается. Подушечка. Да, и сам наушничек. Так, начнем проверять первый. Что он там включается, не включается, где он заряжает. Так, сработало. Да, работает. Играет. Сейчас мы возьмем телефончик, сразу же на камеру проверим, где они у нас уже такие, в принципе, сопряжены. Так, где у нас Bluetooth? Вот так, включаем Bluetooth, включаем вот этот вот наушничек. Так, включаем и выдерживаем, нажимаем, должно загореться вот красный мигающий индикатор. Так, Bluetooth. Что-то не получилось. Сейчас проверим все. Держим. Сейчас должно все получиться. Сейчас пауза. Вот это. Синхронизация пошла. Вот это загорелось. Напряжение. Вот, сказал, что подключено. Сейчас я включу, запущу что-то на YouTube или какую-то музычку. Так, сейчас мы запустим какую-то музычку, что у нас здесь есть. Видео немножко такое будет затягивается, так что. Так, где наша музыка? Так, видео. Так, вот у нас музыка. Сами слышите, музыка играет, работает отлично. То есть я уже, у меня уже такие заказывали. Очень друзьям понравилось. Попросили еще. Все, можем закрывать. Следующее. Так, этот мы можем. Все, не моргает, отключился. Хорошо. Так, сейчас проверим. Следующее. Так, я думаю, что у них уже одинаковая эта штучка.
сразу сказала. Включено. Сейчас проверим, может оно сразу и синхронизируется прямо с этим. Сейчас музычку запустим. Да. Нет, вот это включился. Нет. Да, все, это мы выключили. Сейчас попробуем подключить вот этот. То же самое запускаем. Здесь еще раз. Все. Напряжение у нас пошло. Ищем. Дополнительное устройство. Вот, сработало опять у нас. Уже видите, уже на 102. Икс. Напряжение. Подключено. То есть сейчас мы включим музыку. Да. Все работает. Такие вот отличненькие, прикольные у нас штукенции. Ну что ж, на этом будем заканчивать данное видео. Всем спасибо за внимание. Ссылочки на данный Bluetooth будут в описании. Выходим, заказываем. Очень отличные, понравились. Всем пока. До новых встреч в YouTube.